Вот тут вот. Парень 3-бетит. Давай посмотрим. У него фолд на 4-бет. Меня интересует его только фолд на 4-бет. То есть от этого он без позиции 44%. И 3-бетит против ранее он 4, такой очень довольно-таки узкий спектр. Соответственно, в него ходят дамы, вольты, короли, тузы и туз-король. И, в принципе, ну, и это очень здорово. И я бы здесь делал бы 4-бет и играл бы с ним на стэк. Потому что его спектр очень понятен. Это я уже назвал его только что. И с такими руками он на 4-бет никогда не выкинет. И раз он не выкинет, а твои короли будут сильней. Поэтому это 4-бет, $5. У меня копия раздачи была, повторюсь, вот я в понедельник вел стрим еще раз на Tiger Gaming, опять же, там была вот один в один раздача, вот реально, у меня были короли, меня точно так же затрибетил парень на ББ, я посмотрел, я что... Вроде у меня... помню. А? Я помню, да, вроде. Смотрел не стрим этот? Да-да-да. Ну да, и там я говорю, что у чувака спектр очень узкий, и как бы также там такие же были фолды на 4-бет, плюс-минус, но я ему сделал 4-бет ровно $5. И он поставил алым мне с туз-король. Ну, я просто, знаешь, вот с этими королями в последнее время я смотрю на их вот спектры и думаю, что... Ну, вот сейчас... Если я сейчас 4 бетну, то, я не знаю, упарюсь в этих тузов в большинстве случаев. Ой, вам надо, ребята, пойти, не знаю, святой водой обмыться какой-нибудь. Вы какие-то, по-моему, все тут зашуганные и вообще света божьего не видели, как говорится. Всего боитесь, то не трибетите, там пассивно, то все, везде вам тузы мерещатся, как-то... Ну я... да, наверное, надо. Как-то, я боюсь, вам надо... Я понял, да. Ну а тут мы, в принципе, ведь должны играть, я не знаю, фолдом, потому что мы не бьем ни тузов, да, ни дам. Да, и в этом прикол, я просто пытаюсь сейчас увидеть его ставку, да, и вот я это и хотел сейчас продолжить рассказывать. А, вольтов десяток у него сейчас, скорее всего, нету. Потому что, ну, он бы не ставил бы так много с вольтами, с десятками. Туз-король он вряд ли будет так ставить. Потому что у него туз-король буби нет, у тебя блокер. И получается, у него сейчас либо сет-дам, либо тузы. Я бы как играл? Я бы играл бы сейчас кол-флопа. Кол-флопа. И, скорее всего, фолд на терне. Ну, раз уж пошла такая раздача, как она пошла, к сожалению, то это кол-флопа. Смотрим его... То есть мы тут не то, что как бы короля ищем, мы тут смотрим, что он будет делать. Вот он поставил много флоп, и что он будет делать на терне. И он ставит алым. Я думаю, что тебе надо падать. То есть вольты десятки он так играть не может. Единственную руку, которую ты сейчас бьешь, это туз-дама. Но я почему-то не думаю, у него в его спектре не будет. Ну, это вот туз-дамы, кол 4 бета и так... Ой, точнее, а нет, он стоил, он 3 бета тебе сделал, да? И перезакалировал, стопэ... Ну да, вольтов 10 он все равно так играть не будет. Туз-король буби у него нету. Ну, я боюсь, что тебе надо выкидывать. Все-таки вот тузов и дам по розыгрышу здесь как бы не то, что преобладает. Я не вижу других рук, которые он так может сыграть. Ну, единственная рука это туз-валет буби. То есть это получается туз-валет буби и туз-дама, допустим, черви. Ну, знаешь, вот можно, конечно, надумать себе и вскрыть его. Но хер знает. Но опять же, видишь, загнали. Вот как я могу решать эти ваши задачи, когда вы сами себя загоняете в эту жопу и потом спрашиваете совет. А что из этой жопы, так вот, крича мне, ау, что нужно тут сделать? Не, я не кричу, я ну, понимаю. Ну, я не понимаю, что да, я понимаю, я но... понял, да. Что? Я понял, что надо было, не знаю, на прифлопе все решить и да? даже вляпаться в этих тузов, но сыграть правильно. Да.